Я сижу один как сыч. Сигареты, чай, печенье, неисправные часы, занавески в стиле ретро, старый бабушкин комод. Шляпу я хочу из свитера, чтобы не было забот, чтобы лето не кончалось, чтобы не было войны, чтоб на пиво мне осталось от вчерашней кутерьмы. Ой! Струйки дыма через нос. Ну что же ждет меня под старость? Геморрой или понос? Или может быть усталость? Или на столе наркоз? Может сбудутся задумки? Вот и жаловаться грех. Дымомедленные струйки. Может я умнее всех?